Участки 49 і 50, що працюють на базі середньої школи номер 31. Виборщиков зустрікають самого ранку. До старту є кілька хвилин. Урни з виниками до термінового голосування шукають свого часу. Пости ж хутко запечатають. Все хотели праздника. И выборы для каждого гражданина нашей Республики Беларусь, в частности города Могилева, это праздник. Поэтому, как всегда, я думаю, что сегодня у нас придут наши избиратели, придут с детьми для того, чтобы показать и научить их, как исполнять свой гражданский долг. Мы готовы, мы ждем. Мероприятие очень ответственное, поэтому надо быть очень внимательным, чтобы каждый желающий проголосовать сделал свой выбор, чтобы выбор был его независимый, чтобы никто на него не смог повлиять. Вы сами успеваете проголосовать? У нас есть время на обед, вот за это время успеваю съездить проголосовать. 8 годин раницы, старт, пломбы на скринях и голосование у кабинках – знак прозрыстости процедуры. Традиционно, зранку самые активные – люди старейшего возраста. Для их голосования асенсованный выбор и громадянская отказность. Ну, чтобы было у нас хорошо, белорусцы, порядок был, я думаю, будет все нормально. В кандидате что для вас главное? В кандидате подготовленность к будущей работе, скажем так. Виборчі комісії працюють до 8 годин вечора. От голосу кожного залежить то, яким буде парламент 6-го скликання. Андрій Ястребов, Сіда Каспарова, Новини Регіон.